Всем привет! Сегодняшний урок будет посвящен такой теме, как запись стиля Korg серии PA или запись песни в MIDI-формате. Мы будем использовать внешний секвенсор сегодня. Эта программа называется Cubase. Итак, приступаем. Для того, чтобы нам осуществить эту задачу, нам необходимо подготовить стиль, который мы будем записывать, привести его в состояние готовности, так как мы обычно начинаем играть любой стиль, подготовить все инструменты правой руки, подготовить все необходимые вариации, и затем, после того, как мы убедились в том, что наш стиль готов для проигрывания, нам нужно соединить компьютер и Korg между собой кабелями. Существует два варианта, которые мы можем использовать для подобных целей. Один из вариантов – это обыкновенные стандартные кабеля MIDI, пятиштырьковые. Используя интерфейс Korg MIDI, интерфейс MIDI вход и MIDI выход, мы с помощью двух кабелей MIDI out, MIDI in соединяем синтезатор и звуковую карту, либо встроенную, либо внешнюю, в зависимости от того, какая у вас имеется. И таким образом мы получаем MIDI-соединение. И соединение, вариант второй, соединение синтезатора и компьютера по MIDI, это кабель USB, так называемый принтерный кабель. У многих синтезаторов Korg есть на задней панели USB-интерфейс для коннекта по USB шине. В чем отличие этих двух вариантов и преимущества и минусы каждого из них? Соединение по MIDI кабелю подключается. Почему оно имеет два провода и подключается обычно по двум проводам? Потому что обыкновенный стандартный кабель MIDI, он имеет возможность пропускать данные, сигнал только в одну сторону. Поэтому мы для полноценного MIDI-соединения должны иметь два кабеля. Как я уже говорил, MIDI-вход и MIDI-выход. MIDI-out и MIDI-in. Кабель USB по сравнению с MIDI-кабелями обычными имеет преимущество в том, что по нему сигнал можно получать как на вход, так и на выход. То есть, имея один кабель USB, можно соединить компьютер и синтезатор, даже минуя звуковую карту, просто используя интерфейс USB. Далее, для того, чтобы убедиться, что наш компьютер готов принимать сигналы MIDI с нашего синтезатора, мы должны понимать следующий момент. Если наше соединение с компьютером будет происходить по MIDI-интерфейсу, MIDI-кабелями, в таком случае мы должны иметь звуковую карту с MIDI-интерфейсом. Для того, чтобы проверить, есть ли на нашей звуковой карте, вернее, видит ли компьютер нашу звуковую карту и будет ли успешным соединение, мы это можем сделать в разделе управления компьютером, нажав правой кнопкой на мой компьютер, выбрав управление, либо свойства, кому как удобно, и вызываем категорию или меню компьютера, где обозначены все устройства, которые имеет компьютер. Сейчас оно откроется. Вот, открылось окно нам необходимое. Мы выбираем раздел «Диспетчер устройств», и среди устройств в категории звуковые, видео и игровые устройства. Вот мы можем наблюдать, в моем случае у меня аудиокарта Presonus Audio Box. Вот она обозначена, она имеет свой драйвер, и после инсталляции на компьютер, компьютер имеет эту карту на своем борту, распознает как девайс. И у меня также есть USB соединение с компьютером и Korg'ом, и мой Korg, вот в данном случае Korg PA 900, он видит мой компьютер, этот Korg,
По той причине, что я установил MIDI-драйвер. MIDI-драйвер, который необходим вам для Корга, можно скачать на официальном сайте компании Korg в разделе Support. Необходимо найти свой девайс, который у вас есть. И в прилагаемом контенте, среди этого контента, вы там найдете драйвер. После того, как вы его инсталируете, вы увидите вот в этом месте свой синтезатор. Итак, мы убедились в том, что наш синтезатор и наши соединения готовы, наши соединения по MIDI и по USB тоже готовы. И теперь начинаем, теперь приступаем к подготовке, собственно, самого синтезатора. Для того, чтобы компьютер распознал те сигналы, которые будет передавать синтезатор, в синтезаторе необходимо произвести определенные настройки по MIDI-протоколу. Для того, чтобы это сделать, необходимо нажать кнопочку «Global» и в меню «Глобала» выбрать закладку MIDI. Теперь обращаем внимание на нижнюю часть нашего дисплея. В данном случае у нас закладочка «General Control». Мы наблюдаем в стандартном варианте, когда у нас обозначено, что Local Control он включен. Это означает следующее, что когда мы нажимаем какие-то ноты на клавиатуре, они звучат. В случае, если мы снимем эту галочку, мы не услышим никакого звука. Мы его оставляем для того, чтобы мы слышали, что мы проигрываем. Далее. Закладочка Clock Source в данном случае по умолчанию имеет обозначение с названием Internal. Так, сейчас я экран сделаю. Вот так, наверное, видней. Да, обозначение имеет Internal. Это, опять же, говорит о том, что наш синтезатор распознает нажатие клавиш, вообще все движения, которые мы производим с нашего синтезатора. И таким образом мы слышим тот или иной звук. Для того, чтобы мы будем, поскольку мы будем использовать секвенсор внешний, программу Cubase, соответственно, в этом случае управление нашим синтезатором будет происходить из внешнего источника. Поэтому нам необходимо передвинуть либо колесиком, либо нажатием на треугольничек. Я выберу первым делом, выберу USB-соединение, external USB. Хотя в моем случае, когда у меня есть и MIDI 5-штриховые кабеля, и кабель USB, я могу выбирать любой. Потому что в любом случае у меня connect произойдет. Но в данном случае я выберу кабель USB. Далее, в закладочке, вернее в верхней части экрана, где обозначение MIDI preset, здесь существует несколько пресетов, у меня на Корге их 8, у вас может быть больше или меньше. И каждый пресет уже преднастроен производителем, то бишь компанией Korg, на те или иные определенные возможные какие-либо, которые могут понадобиться MIDI-соединения. Но ни одного подходящего MIDI-соединения в Корге я не нашел, поэтому я сделал из существующих свой пресет. Я его назвал для VST, но это мой случай. Вы можете назвать, как вам нравится, как угодно, как вам больше подходит. Вот. Но это еще не все. Да, после того, как вы сделали свое название, его необходимо сохранить, записать. Вот вверху нажимаем треугольничек, Write MIDI Preset. Ну, и дальше процедура вообще известная. Пишите ваше название, соглашаетесь, и Korg запоминает его. Но только одним изменением названия мы, конечно же, не добьемся результата. Поэтому нам необходимо обратить внимание на такие закладки, которые находятся внизу. Ну, в первую очередь, на закладку MIDI Out Channel. Нажимаем, вызываем вот такое меню. Я уже здесь сделал преднастройки. Я не помню, какие они были изначально, когда этот был пресет. Но в случае, когда мы хотим использовать для записи MIDI файла нашего внешний секвенсор, нам необходимо настроить вот эти вот все 16 выходных MIDI-каналов таким образом, чтобы они совпадали с общепринятой системой MIDI-файла, скажем так.
Учитывая то, что MIDI-файл полноценно имеет 16 каналов, учитывая тот факт, что синтезатор изготовлен таким образом, что с 9 по 16 каналов это занимает стиль, причем порядок каналов следующий: 9 канал это бас, 10 это драм, 11 перкуссия и далее 12, 13, 14, 15, 16 это наши 5 аккомпанементных дорожки. Аккомпанемент 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно. С левой стороны вот этот левый столбик, каналы с 1 по 8 имеют следующую раскладку. Канал номер 1 это упер 1, канал номер 2 упер 2, канал номер 3 упер 3, четвертый канал должен соответствовать ловеру, то есть это левая рука перформанса, и далее оставшиеся 4 канала, 5, 6, 7, 8, это наши пэды, вот, которые расположены на панели, вот эти пэды, соответственно, 1, 2, 3, 4. То есть, разложив таким образом, для того, чтобы выбрать вот соответствующее значение, если оно не соответствует, нажимаем треугольник, либо колесиком, либо просто путем нажатия выбираем необходимое нам значение и устанавливаем. После того, как мы это сделали, нам необходимо, опять же, запомнить то, что мы произвели, наши действия, поэтому верхний треугольничек правый в Right MIDI Preset и сохраняем наши настройки, причем название мы уже, которое уже ранее присвоили, мы видим конкретно, куда нам, как и куда удобнее сохранить вот эти все настройки. Итак, наш синтезатор готов для... Да, в закладочке MIDI In Channel, в принципе, по большому счету, можно ставить несколько вариантов. Я в моем случае поставил все 16 каналов на off, я их закрыл, то есть мне они в данном случае не нужны. Их можно использовать по разным параметрам и необходимостям, но в данный момент для нашей задачи это не имеет значения. Поэтому оставим их в покое. Теперь произведем настройки в компьютере. Поскольку мы будем использовать для записи программу Cubase, соответственно, мы должны запустить Cubase. Я ее уже запустил. Вот, при запуске программа Cubase выдает вот такое вот окно с вариантами выбора пресетных настроек, которые уже есть, проекты различные. Я уже сделал вот ранее проект, я его назвал «Запись с Корга». Мне так понятно, мне так удобнее, вы можете назвать, как вам будет удобно. В вашем случае, когда у вас нет этого пресета, вам необходимо сделать новый. Поэтому, когда вы открываете куб и видите вот такое вот окно, вам необходимо... Вот, сейчас... Вот такое окно. Увидите, ни один из проектов не активирован, поэтому, нажимая на кнопочку «Создать», у нас появляется возможность создать абсолютно новый чистый проект, белый лист, так сказать. Мы должны, для того, чтобы создать необходимый нам проект, нажать правой кнопкой на серое поле, выбрать «Добавить трек MIDI» и сразу 16 каналов мы добавляем, MIDI-каналов. Далее, для того, чтобы запись прошла успешно, для того, чтобы каждый канал из 16 соответствовал каналам Корга, нам необходимо каждый из каналов направить на необходимый правильный канал. Ну, по-русски говоря, первый на первый, второй на второй, третий на третий и так далее, и так далее. Если мы этого не сделаем, то наша запись сведется к тому, что все запишется в одном канале, и ноты всех дорожек, всех инструментов будут сольются в один канал, и дальнейшая редакция будет практически невозможна в силу того, что куча нот, и мы не разберем, какая нота какому инструменту принадлежит. Поэтому будем писать поканально. Для того, чтобы назначить каждый канал синтезатора на каждый канал куба, существует такая хорошая волшебная кнопочка. Вот здесь она
в инспекторе справа вверху находится. Она называется MIDI-модификатор. Нажав на нее, она активируется, становясь таким желто-оранжевым цветом. По умолчанию здесь стоит значок «Выключено», но нам для нашей цели необходимо выбрать нижнюю закладку с названием «Местный». И далее выскочит вот такое вот окно. И нажав на это поле, выбрав среднюю строку с названием «Фильтр канала», видя, вот в данном случае активный у нас первый канал Куба, соответственно, нам нужно назначить на первый канал нажатием вот таким, привести его к тому положению, что первый канал нашего проекта будет принимать первый канал нашего корга. Но это еще не все. Необходимо запомнить, что его нужно активировать путем нажатия на вот эту вот кнопочку, то есть включить вот этот вот модуль, который будет это все нам обрабатывать. Далее вот эту процедуру необходимо сделать с каждым каналом. Вот нажали канал 2, нажали MIDI-модификатор, местный, вызываем меню, фильтр 2, включаем модуль, закрываем. И так делаем на всех 16 каналах. После того, как вы сделали эту достаточно трудоемкую, нудную работу, я бы вам порекомендовал бы сохранить проект, нажав вот на кнопочку «Файл», «Сохранить как», и здесь в этом окне назначить ваше название, удобное для вас. Поскольку я уже это сделал ранее, я закрою этот проект и открою тот, который я уже подготовил. Вот он, запись корга. Я его открываю. И у меня в моем случае вот все каналы. Не то нажал. Вот все каналы уже имеют вот эту вот кнопочку MIDI-модификатора уже включенную. Она на всех каналах у меня оранжевая. И можно легко проверить. Вот местный, вызываю. Вот у меня первый канал, первый модуль. Все хорошо, все прекрасно. Далее. Для того, чтобы наш Cubase, наш внешний секвенсор, смог полноценно и правильно управлять коргом, и для того, чтобы корг мог соответствовать при игре вот, стиль, темп стиля, ноты, квантизация и так далее, чтобы корг и куб взаимодействовали между собой по полной программе на все 100%, нам необходимо произвести так называемую синхронизацию куба и корга. Это делается простым способом. Но вначале не нужно забывать о том, что вот по умолчанию темп проекта любого на Cubase имеет темп 120. Если ваш стиль имеет иной темп, то необходимо подсмотреть, какой темп имеется в вашем стиле. И затем вот здесь обозначить необходимый вам темп. Поскольку я сегодня буду демонстрировать вам стиль с темпом 120, поэтому я не меняю темп, оставляю его как есть и приступаю к синхронизации. Для этого нужно нажать вверху, в верхнем меню, вот закладку «Транспорт», выбрать строчку третью снизу «Настройки синхронизации проекта». Далее вот здесь, в этом месте, где источник тайм-кода, нам нужно выбрать MIDI тайм-код. Вот. Активировать его. Далее, вот в этих двух окнах, где выход MIDI тайм-кода и выход MIDI синхронизации, я выбираю PA 900 свой, помня о том, что у меня соединение идет по USB. Поэтому я выбираю PA 900. Если бы я использовал соединение по MIDI кабелю, мне пришлось бы выбрать вот аудиобокс, мою звуковую карту. И вот эти вот три последних строчечки, закладочки мы тоже должны обозначить. И окей. Далее. Нам необходимо на каждом из каналов выставить MIDI наш источник. В моем случае это Korg PA 900. Вот здесь, в этой строчечке, где MIDI вход, маршрутизация MIDI, я выбираю PA 900. И так на каждом канале вот
меня стоит по 900. Выходные каналы, вот, которые здесь обозначены, в данном случае по умолчанию обычно стоит компьютерный JS-синтезатор майкрософтовский. Вот мы не будем его сейчас трогать, мы оставим его как есть. Сегодня не об этом. Итак, когда мы это все сделали, по сути, мы готовы к записи, за исключением одного. Нам необходимо на каждом канале нажать вот эту вот кнопку, активировать кнопку записи, чтобы они стали красными. Нажимаем. Все, наши 16 каналов готовы к записи. И после того, как мы нажмем вот эту общую кнопку записи, автоматически наш Korg начнет играть. И все, что мы будем играть, вы будете видеть. Вот я вам даю экранчик, чтобы вы видели. Все, что мы будем играть, все будет записываться подорожечно. Отдельно на каждую дорожку. Каждая дорожка синтезатора на каждую дорожку Cubase. Причем при этом, при всем, мы можем переключать звуки правой руки. Мы можем управлять стилем в обычном для нас режиме. То есть нажимать сбивки, делать паузы и так далее, и так далее. А, да, вот чуть не забыл. Вот в этом окошечке, где квантизация Cubase, нам необходимо тоже поставить определенное значение сетки нашей. Ну вот я в привычном для себя варианте 1/16 поставил. Это тоже не стоит забывать об этом. И на транспортной панели слева внизу, вот здесь вот автоквантизация при записи MIDI. Желательно, чтобы она была включена, чтобы был значок ON включен. Итак, в принципе, все готово. Приступаем к записи. Теперь мы нажимаем кнопку стоп Cubase. Сейчас я уберу это в сторону. Вот, и мы видим, что запись остановилась. Можно подровнять длину наших. Кто-то не хочет. Так вот, подровняем длину лишнюю, уберем. Еще можно убрать. Вот. И мы видим, что каждая дорожка, вот в данном случае правая рука Performance использовала первый, второй канал, третий свободен, он без нот, четвертый, то бишь ловер, бас, барабаны, перкуссия и так далее, и так далее. Все пустые дорожки тоже мы наблюдаем. Если мы зайдем в каждую из дорожек, например, в бас, вот мы увидим, что здесь у нас на девятом канале исключительно ноты баса. Ну и так далее. То есть 10-й барабаны. Вот. Все хорошо, прекрасно. Учитывая, что мы выставили квантизацию, в данном случае у нас произошла запись четко, ровненько по сетке. Ну, естественно, наш файл будет звучать теми звуками, которые у нас назначены на выходных каналах.
Но об этом не сегодня, а об этом в следующем уроке. Да, и не стоит забывать, для того, чтобы прослушать то, что мы записали, и необходимо использовать транспортную панель, но не стоит забывать, что нужно после этой записи выключать синхронизацию вот в этом месте и в этом, иначе при нажатии воспроизведения снова запустится корг. Давайте прослушаем коротко, что мы тут записали. Ну вот, вы слышали, что все работает, все хорошо, прекрасно, ровненько, красиво, но за исключением того, что звуки, конечно же, не соответствуют. Но это немножечко другая тема, другой урок. На сегодня все. Собственно говоря, самое главное, в чем же, собственно, зачем эта вся морока нужна? Дело в том, что вот при вызове той или иной дорожки, если что-то нам не нравится, мы можем подредактировать абсолютно каждую ноту по желанию, по необходимости, что гораздо удобнее, чем писать все на одну дорожку. Ну, собственно говоря, на сегодня все. Всем удачи, всем пока.